Всем привет! Вы на канале Делай Сам. И с вами снова Алексей. Хочу сегодня показать вам, как можно сделать классную самоделку из кусочка кабель-канала для мастерской. Что у нас получится? Давайте посмотрим видео. Всем приятного просмотра. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. Основой сегодняшней самоделки будет кабель-канал 50 мм на 100 мм. Сейчас я его отрежу в размер, в моем случае это будет 75 сантиметров, у каждого может быть по-своему, то как на что гораст. Так, теперь на отрезке 75 сантиметров мы размещаем по 15 сантиметров по краям. Ну, это будет моя величина. И ищем центр, 37,5 у нас будет. Теперь берем, ищем центр. 5 сантиметров. Четко по центру делаем отверстие. Так, ну кто-то, может, уже догадался, что из этого получается. Так, а дальше для нашей самоделки понадобятся вот такие вот проводки, можно сказать, соколи, я их называю поводки. Три штуки. Крышку снимаем, берем кусочек, несколько кусочков проводов и начинаем все это потихонечку собирать. Так, ну все, мы все заизолировали, кроме крайних. Есть у меня такой проводок уже с розеткой и с таким выключателем. Сейчас мы подсоединим его, ну так, временно. Ставим лампочки, проверим, всю ли цепь мы собрали правильно. Если все правильно, будем дальше устанавливать. Это будет потолочный светильник, потому что у меня в мастерской темновато. Хочу я вот два таких собрать.
Так вот, ребят, не оставляйте. Не заизолировано, я просто что временно. Лучше не оставляйте. Потому что мало ли замкнет. Будет пожар. Так, ну что, пробуем? Правда, сам боюсь. Мало ли чего. Сделал неправильно. Бам! Все работает. Все горит. Отлично. Теперь тогда... Будем все это сейчас собирать. Сюда мы вставим такие вот светильнички, самые-самые дешевые, что были в магазине. Рублей, может быть. Серьезно не фиксирует. Ну, а что хотите, за светильник где 50 рублей. Но дешево и сердито. Ну вот такой вот светильничек получился. Теперь его осталось только подвесить. Все включается, все работает, освещение предостаточно. Ну, я думаю, мы еще один, может быть, второй сделаем. Так что, друзья, ну вот и получились у нас отличные светильники. Сделал я их 2 штуки, закрепил к потолку. Так, я включаю светильники, сейчас посмотрим разницу, изменилось ли что-то. Ну да, все четко. Светильники работают. Вот они, 2 установленных. Вот, светильники такие получились. Дешево и сердито. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. Пока-пока.